Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуйте, друзья! Всем приветик! Начнем наш урок с повторения глаголов. Для этого послушаем веселую песенку. Очень здорово! Да, я очень рад! Hello, my friends! Let's go! I can sit and I can stand, I can read and I can write. I can sit and stand, write and read. I can dance and I can fly. I can dance and I can fly. Sit and stand, read and write, dance and fly. Thank you very much. Предлагаю сегодня изучить новые глаголы. Для этого я приготовила для вас стихи. Итак, внимание, слушаем. Квакша Фрог в пруду живет, песенки ква-ква поет. А еще с лещом одним очень любит плавать, swim. Ей с утра до вечера больше делать нечего. To swim, плавать. To swim. To swim. To swim. Записываем наш словарик. To swim, плавать. А вот следующее стихотворение. Help, на помощь! Я домой попасть хочу. Во дворе собака злая. Ой-ой. Как я мимо проскочу. To help, помогать. To help. To help. To help. Не забываем записать слово в словарик. To help. Помогать. К чаю и вкусным пирогам люблю домой прийти я. Come. Но чашки мыть совсем другое. Пора уже идти мне. Go. To come. Приходить. To go, идти. To come. To come. To go. To go. Спит утром пес без задних лап. Проснись, wake up. Вставай, get up. Тренировать тебя я стану. Садись, командую, sit down. Пес выполнять команды рад. Встает, когда скажу stand up. А заниматься с ним устанем, возьмем и просто поболтаем. Здорово как! To wake up, просыпаться. To wake up. To wake up. To get up, вставать. To get up. To sit down, to sit down. To sit down. Stand up, вставать. Stand up. Записываем слова в словарик. To wake up, просыпаться. To get up, вставать. To sit down, садиться. Stand up, вставать. А сейчас давайте повторим слова за утенком Кряком. Я так соскучилась по утенку нашему Кряку. Я тоже. Тогда внимание. Здравствуйте, мальчики и девочки. Это я, Кря-кря-кря-кря-кря, ваш друг, утенок Кряк. Пришло время изучать новые слова. Повторяем их за мной. To swim. To swim. Плавать. To swim. А ну-ка, все дружнее, не слышу вас. To swim. Плавать. To help, помогать. To help, помогать. To help. To come, приходить. To come, приходить. To come. To go, идти. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. To go, идти. To go. Wake up, проснись, просыпаться. Wake up. Get up, вставай, вставать. Get up. Sit down. Садиться, садись, sit down. Stand up, стоять, вставать, stand up, stand up.
Ну что, вы повторяли, надеюсь, новые глаголы со мной? Пока, друзья, до новой встречи! Кря-кря-кря-кря-кря! Ребята, я надеюсь, что вы повторяли за утенком новые слова. А сейчас наш урок подходит к концу. Давайте прощаться с малышами. Всего вам хорошего, дорогие ребята! Пока, малыши! До новых встреч на веселом уроке! Привет! Я не вижу ваших лап! January, February, March, April. January, February, March, April. May, June, July, August, September, October, November, December. These are the 12 months of the year. These are the 12 months of the year. January, February, March, April. January, February, March, April. May, June, July, August, September, October, November, December. These are the 12 months of the year. Woo! Спасибо большое.